нажимаешь медотсек, там есть станция прописки твоей, это то, где ты появишься, когда умрешь. Ее нужно перенести куда-нибудь, где тебе повыгоднее появляться. Джамп-клоны. Почему называются джамп? Из-за того, чтобы там типа прыгнуть. То есть с одного места в другое место переместиться быстро. Как это можно использовать выгодно? Ну, первое, быстрое перемещение, само собой. Используется раз в сутки, правда. Второе, например, ты знаешь, что сегодня будет обучение. Обучение будет боевое. И есть вероятность того, что ты потеряешь свою замечательную тушку. Но тебе этого не хочется, потому что в ней стоят дорогие имплантанты. Поэтому ты перепрыгиваешь в джамп-клон, в котором нет имплантантов. И не боишься за то, что тебе сольют яйцо. Деньги твои ты не потеряешь. А когда боевой вылет там закончится, там пройдут сутки, ты обратно вернешься в свое тело, где у тебя те дорогие имплантанты были. Потом, здесь бывают такие моменты, тебя зажали на станции, где ноутбуки нету. Корабль у тебя большой, там никуда не улетит. Ну, можно на яйцо пересесть и улететь, но бывает и такое не поможет. Да, ты просто в джамп-клон уходишь в другой. Ну и там, как корабль на станции, где враги тебе не караулили, в другой раз заберешь. По функционалу, то есть на одной станции можно устанавливать только один джамп-клон. То есть собрать их там ты можешь сколько угодно, но создать одного. То есть все свои джамп-клонов на одну станцию можешь привести, в них находясь, потом сознание перенося в какой-то другой. Во второй перевез, потом второго привез туда же, и третьего привез на эту станцию. Если хочешь, можешь всех на одной станции хранить. Одного примечания. Ты не сможешь вернуться в родное свое тело. Вот тело, которое у тебя не джамп-клон, а обычное. То есть которое ты возвращаешься после смерти. Чтобы в него перенестись, нужно самоуничтожение сделать. Поэтому родное тело лучше не использовать вообще. То есть вот ты вот родился на станции после смерти, все, сразу забыл про него. Наделай себе кучу клонов, какие-то роли тебе нужны. В имплантанты свои там позасовывай, какие нужны. И сразу в них перемещайся. То есть родное тело, оно такое, так себе вообще. Не айс. Ну да, где? Оно не айс, потому что в него нельзя переместиться никогда. А это неудобно. А потом каждый раз сливать клона ради того специально, да, то есть он недорого стоит, ну, тем не менее. Значит, ты его сольешь, это мало то, что его слил, деньги потерял. Тебе ж нужно еще нового делать, создавать. Ну, это как бы все неудобство. Пожертвование. Донат. На развитие Академии. Для того, чтобы перевести деньги, свои кровные или не свои, нужно открыть меню «Информация о Русской Академии». В открывшемся окне, в верхнем левом углу, вызвать меню и выбрать «Перечислить деньги».